Георгию Жукову из Новоалтайска срочно нужна дорогостоящая операция на сердце и легком. Если ее вовремя не сделать, 18-летнему парню могут ампутировать легкое. Врачи из Германии пообещали помочь семье, но операция обойдется в 3 миллиона рублей. Жора родился с пороком сердца. Несмотря на свою болезнь, добился успеха в учебе. Георгий отличник, победитель краевых олимпиад по математике. После лечения мечтает поступить в Институт ядерной физики. Но сейчас ему сложно даже подниматься по лестницам. Требуется срочная операция, чтобы устранить порок сердца и сохранить легкое. Отец Жоры погиб много лет назад, и для его мамы 3 миллиона – сумма неподъемная. Друзья семьи организовали сбор средств, устраивают благотворительные концерты, расклеивают листовки. За несколько дней удалось собрать около 1,5 миллиона рублей. Необходимо еще столько же. Помочь Жоре можно, отправив СМС на номер 7195. Услуга доступна для абонентов всех мобильных операторов.